это значит, они упали, да? А теперь смотри, Антон, что дальше было. Положи грузовик, там написано, только бездомная собака спряталась под прицепом. Где у нас прицеп? Где у нас собака? Давай найдем собаку. Найди мне собаку. Где собака? Вот собака. Она спряталась под прицепом. Можешь ее под прицеп посадить, собаку? Вот, собачку возьми и посади под... Это грузовик, а где прицеп? Вот, под прицепом спряталась. Вот так, молодец. Под прицепом, внизу. Да, вот там, молодец. Собачка спряталась под прицепом, да? Вот, а грузовик тем временем загрузился на ферме арбузами. Давай найдем арбузы. Где у нас арбузы? Где арбузы? Вот арбузы. Ну-ка, давай возьмем грузовик. Где грузовик у нас? Вот. Давай положим в грузовик арбузы. Давай. Это прицеп, он сломался. Помнишь, мы его оставили здесь, на станции техобслуживания? Он собачка. Собачка тоже рядом с прицепом. Давай туда собачку. Вот туда. Арбузы мы с тобой взяли и загрузили в грузовик. Давай в грузовик положим арбузы. Положи туда. Вот так. Вот. Везет арбузы грузовик. Везет арбузы грузовик. А впереди поворот направо, Антон. Вот это поворот направо. Показывает, что надо ехать вправо. Грузовик поехал вправо. Арбузы в кузове налево уехали. Назад уехали. Едет он дальше. Ага.